Прыщ на шее у девушки, женщины, мужчины – примета. Для начала разберем основную примету, к чему выскочил прыщ на шее, в зависимости от пола. Если у девушки выскочил прыщ на шее, и она одинока, стоит заняться саморазвитием, а не искать внимание противоположного пола. Если у девушки выскочил прыщ на шее, она в отношениях, ей стоит контролировать себя и быть более покладистой, чтобы вступить с данным мужчиной в счастливый брак. Если у женщины выскочил прыщ на шее, в ближайшее время она отправится в командировку. Мелкий – удачная поездка, большой – болезненный – проблемная командировка. Если у женщины выскочил прыщ на шее спереди, это может означать, что в ближайшее время у нее появится наставник или коллега, который будет помогать по работе и продвигать по карьерной лестнице. Если у мужчины высыпание на шее, это может предвещать скорое романтическое знакомство или неожиданный поворот в семейной жизни в романтическую сторону. Прыщ на шее сзади по центру – примета. В этом разделе мы определим, к чему выскочил прыщ на шее со стороны спины по центру. Согласно примете, вас ждет привет из прошлого в виде новой встречи с другом, партнером, коллегой, а может быть и с романтической подоплекой. А вот если прыщик сзади по центру, соприкасаясь с линией волос, впереди вас ждет конфликтная ситуация с родственниками или близкими людьми, как реакция на клевету или трудности по работе. Прыщ на шее спереди по центру – примета. В этом разделе мы определим, к чему выскочил прыщ на шее спереди по центру. Итак, в зависимости от расположения, спереди по центру ближе к подбородку прыщик сулит финансовый прирост, особенно если человек в нем нуждается. Спереди по центру ближе к середине шеи увлекательное путешествие, в котором человек познакомится с новыми интересными людьми, ближе к ключице, к дальней и очень продуктивной дороге. Прыщ на шее справа – примета. Считается, что левая сторона блудливая, а правая принадлежит ангелам. Из этого и примета, ангел предупреждает о том, что человек поступает не совсем правильно или опрометчиво, пытаясь таким образом вернуть человека в норму. Небольшой прыщик справа на шее, оплошность, которую легко исправить, большой, болезненный гнойник. Вы допускаете серьезные грехи и вам срочно необходимо менять жизнь. Прыщ на шее слева, примета. Согласно примете, к чему выскочил прыщ на шее слева, плохой знак, который сообщает, что в ближайшее время будет проблемная болезнь, несчастный случай или другая напасть. Категорически не рекомендуется в этот момент браться за новые начинания, а также не брать в долг, так как не получится отдать. Если с левой стороны на шее выскочил прыщ и не проходит, несмотря на лечение, в старину считалось, что за вами наблюдает зло, которое в ближайшее время нужно будет победить через молитвы и покаяние, поход в церковь и изменение образа жизни. Два прыща на шее – примета. К чему выскочил прыщ на шее мы разобрали, а теперь расскажем, к чему выскакивают два и более прыщика на шее, два прыща на шее. К разногласиям с домочадцами и коллегами по работе. Рекомендуется выдохнуть, остыть и дать себе время на то, чтобы прийти в равновесие и не конфликтовать с близкими. Множество прыщей на шее – излишняя эмоциональность, с которой будет хорошо побороться при помощи психолога или медитации, для христиан – посещение служений в церкви и причастий. Примета – большой прыщ на шее. И в заключение, к чему выскочил прыщ на шее, если он большой и болезненный. Если верить приметам, это означает, что вы столкнетесь со сложностями, непониманием и прохождением жизненного пути сложными и непростыми околицами. К чему выскочил прыщ на шее – отзывы и советы. Алла, как говорит мой муж, прыщ на шее, к отсутствию супруга, без супруга сильно сыпет. Но я верю в приметы, и благодаря им не раз выходила из сложнейшего положения. Например, в том году у меня выскочил прыщ в районе ключицы на шее, через два дня меня отправили в командировку. Благодаря знанию примет я более тщательно подготовилась к поездке и заключила договор с успехом, несмотря на все возникшие трудности. Иван полгода назад потерял голову, да так, что чуть в семье не ушел. Выскочил прыщ на шее, большой, болезненный, с правой стороны. И соседка у подъезда мне сказала, что это ангел меня уберегает от чего-то, что я где-то оступился, и ангел просит вернуться на сторону добра. Это сработало как отрезвляющий душ. В тот же день прервал связь и сегодня безумно благодарен тому знаку. Примета и суеверие – опыт, который передается с уст в уста множество лет. Интересно, вам могут понравиться другие наши статьи.